Привет всем водителям и любителям спецтехники. Небольшой видеоурок для начинающих. Товарищ один просил. Я думаю, есть такие, которым интересно. Действительно, которые начинают. Ну, с чего начнем? Ну, вот педали расположены. Правая педаль газа, левая педаль тормоза, то есть коробка автоматическая, автомат. Дальше на рулевой колонке расположен рычаг переключения хода скоростей. Вперед первая, еще один раз вперед, это уже вторая, типа. Нейтраль, задний ход. Так, вот этот рычаг тут нарисован. Черепаха, заяц. Короче, транспортная рабочая скорость. Вот тут тоже можно типа нейтрали ловить. Сюда рычаг делаем до конца, в сторону ковша, вперед. Вот это у нас рабочее положение. То есть два моста врубаются у нас, два моста. Ну, соответственно, шестерни тоже там на транспортную, на повыше. И, соответственно, вот первая рабочая, первая пониженная. Тут также есть вторая. Чуть побыстрее погрузчик будет бежать. Но это в том случае, включаешь ее, когда что-то ковшом уже там почищено, а так уже небольшой снег. Можно тоже по ровной площадке так, на скорости, так скажем, небольшой гонять, чистить. Ну и груз перевозить какой-то тоже, снег этот же, кучу куда-то перекинуть. То есть, чтобы не на первой пониженно ездить, а так уже груз взял, перевез его на этой, на второй. Ну и на этой, на второй пониженной тоже как бы не рекомендуется работать, грести снег там с натугой, когда погрузчик идет. То есть гидронасос, на него нагрузка идет. Лучше на первой. На первой взял, пробуровил. Взял груз. Ну, я и говорю, если куда-то не так близко везти, чук на вторую и перевез груз. Затем, что у нас? Далее. Рычаг в сторону движка, то есть от ковша туда. Вот. Это у меня уже получается, ну это на погрузчиках это получается уже транспортная, то есть заяц, транспортная скорость. А также это на первой, можно до 15 км в час разогнаться. Ну и вторая тоже уже идет транспортная. То есть даже под гору и 50 можно разогнаться, но тоже очень это опасно где-то. Если дорогу не знаешь, скаканешь, можно и до потолка подпрыгнуть. Очень опасненько. Так что, ну, 40, ну 30, в принципе, 35. Ну и 40, они по ровной можно разогнаться. То есть ничего. Так, далее. Тут у нас кнопочки. Кнопочка габаритов. Так, это у меня печка, но у нас. Так она у меня переделана на другую кнопочку. Это фары. В данный момент вот эти вот. Ближний, дальний свет. Ну и аварийка. Рычаг поворотов. Тоже я уже менял. Поставил, не помню откуда, от газона что ли. Родной у меня накрылся. Родной накрылся. Ставил этот. Ну, масса тут около ручника, сам ручник. Так, вверху что мы имеем?
верхние фары у меня стоят типа галогенок, тут даже задние, это типа так свет, это дворники, это у меня намыватель сделан, а так это маячок. Ну и все. Да, еще вопрос был по уровню гидромасла в гидробаке. По паспорту там, по-моему, 150 литров заливается. 150 литров заливается. Так, хотел ковш поднять, но у меня тут кабель, провод. Ковш. В общем, как проверяется уровень гидромасла? Поднимаем ковш. Да, тут два рычага еще, забыл. Правый рычаг. Подъем стрелы. Подъем. Спуск. И еще плавающий есть. Вот плавающий вариант. Я им не пользуюсь. Обычно руками. Ковшом. Так, и этот рычаг ближний к водителю. То есть наклон ковша. Это подъем стрелы. Сказал ковша. Это вот рычаг подъем стрелы, подъем спуск. А это уже крен ков... на, ну короче, подъем ковша самого, навал ковша. То есть он на себя вот так берет и от себя. Тоже при работе частенько им пользуешься. Круче ковш наклоняешь, чтобы содрать побольше. Да, и рычагом вот этим на подъем стрелы, тоже когда стрелу опускаешь, не ставлю я так в первую позицию, он падает, блин, как-то резко, как-то неприятно. А вот ловишь между вот этой позицией, вот так вот он аккуратненько, можно потише, можно побыстрее. И то есть он плавненько, плавный спуск у него идет. Ну, в принципе, ничего сложного тут нет. Все просто и ясно. Да, и по гидромаслу еще я хотел сказать, как гидробаки проверяются. То есть поднимаем ковш до упора, стрелу до упора подняли, ковш также на себя полностью наклонил, на себя взял его тоже до упора, все поднято, ковш тоже на себя завален, заглушил погрузчик. Ковш при заглушенном опускаешь, от себя ковш до конца сделал, на заглушенном это все. И ложишь стрелу, полностью положил. Даже когда его положишь, слышно будет, как в гидробаке буканье такое идет. То есть из системы даже это все выходит. И все, и смотришь, идешь в гидробаке. Ну там по уровню не ниже четверки должен быть, тройка, четверка вроде стоять. Я уже сам точно не помню. То есть у меня сейчас меньше будут показывать. У меня сейчас будут показывать меньше. У меня где-то двоечка там, сейчас не видно тут. То есть я залил где-то литров 160. Надо еще, ну литров 10-20 еще хотя бы залить. Ну, в принципе, чувствуется, как гидронасосы работают, как стрела. То есть по работе вроде нормально все. Хватает. Гидромасла хватает. Ну, вот. Такая работа. Такая система управления. Тут блок предохранителей идет. Тоже про предохранители. То ли на освещение идут они. Да, по-моему, на освещение идут. На фары, на эти фары. На задние. На стопори вроде. И тут еще блок есть. Но у Митсуберов и есть тоже LV300. Тоже еще по-другому в некоторых расположены как-то. По-моему, тут стоит. Не помню. Здесь тоже предохранители. Ну и все. Здесь у меня еще электронные весы стоят. Как-то работал на карьерах. Сейчас они у меня отключены.
Ну, такая вот фигня. Вот бычок омыватель туда установил. Ну, это я так, на время. Будет его переделать, конечно. Все. Все. Кому интересно, пишите. Лайкуйте. Всем пока.